Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео по вашему запросу я хочу показать, как смотрится на мне утепленная стеганая куртка от компании Faberlic. Но сейчас на мне она в цвете пыльно-розовом. Очень красивый такой, освежающий, омолаживающий, весенний, нежный оттенок. Вот цвет куртки мне очень нравится. Я сейчас вот ее застегнула полностью на все кнопочки. В принципе, уже обзор у меня на нее есть. Это тоже на мне 54 размер. Вот так она будет смотреться, если застегнуть все кнопочки. То есть здесь просто вот отложной воротничок идет. Застегиваются кнопочки. Можно носить ее с каким-то платочком, уже когда совсем жарко, когда холодный ветер, можно надеть водолазку. И давайте сейчас отойду, покажу вам в полный рост. Но вот сразу хочу еще раз обратить внимание на рукав. Вы знаете, я заказывала, думаю, ну может в розовой будет рукав чуть поуже. Нет, у меня руки не полные, и поэтому, ну вот, может быть, по этой причине на мне рукав широковат. Хотя слышала отзывы уже других девчонок, что тоже заказывали куртку, и вот именно обратили внимание на то, что широковат рукав. Не знаю, может быть, такая задумка. Может, потому что она по типу пиджачка выполнена. Почему? Но все-таки рукав здесь действительно, вот видите, ну, конечно, у меня здесь с коротким рукавом надет свитерок под куртку от компании Faberlic, но рукав здесь, конечно, вот еще запаса у меня прилично, поэтому действительно смотрится немножко широковато, и вот здесь вот я бы немного вот как бы, ну, на нет, наверное, вот чуть-чуть бы его сделала поуже. Ну, а там уже, конечно, личное дело каждого, но все-таки как-то вот есть вот вопросы к вот этому рукаву. А так, в принципе, пошита она очень аккуратно, она без подкладки, то есть я вам уже говорила, что стежка идет с внешней стороны и с изнанки изделия. И давайте сейчас покажу вам, как выглядит на мне. У меня рост 1,67 м, и вот таким образом смотрится на мне эта курточка. То есть она чуть-чуть получается по линии бедер. Если у вас размер поменьше, то, наверное, будет она меньше смотреться. И вот покажу вам сейчас. Давайте, наверное, я отойду еще раз, покажу в полный рост. И теперь покажу вам ее со спины. То есть вот так смотрится по спинке. По размеру, в принципе, она мне подошла нормально. Ну, кто как любит носить, наверное, кто-то, может быть, хочет, чтобы попросторнее. Но так как по типу пиджачка, то я вот выбрала в размере 54. Я вам уже говорила, заказывала в 56, и она мне прям в плечах поднялась. И, ну, оказалось, прям видно, как-то мешковато смотрелось. И видно было, что, ну, не мой по размеру, мне нужно вот именно вот этот. Но сейчас я расстегну кнопочки, покажу вам, как она смотрится вот так вот, в таком виде. Ну, то есть это вы просто ее будете, когда, допустим, там жарко, можно расстегнуться и вот так вот ее тоже вот носить. Здесь кармашки есть, но рукав, конечно, вот даже при сгибе видно, что рукава такие достаточно объемные на ней. Не знаю почему, может быть, это такая задумка, но вот на мой вкус я бы тоже вот хотела бы его чуть-чуть поуже. Может, у кого чуть пополнее, чуть ручки, будут смотреться получше. Поэтому здесь, конечно, еще зависит от наших индивидуальных особенностей, но как-то вот на руках уже, да, были вот такие вот замечания. А так, в принципе, и цвет красивый, и модель вот на весну, на начало осени, в принципе, интересная. На каждый день с джинсами, с юбкой какой-то можно длинной, можно с платьицем, чтобы вот укрыться там вот от ветра, согреться немножко. То есть вот так вот, в принципе, неплохо она смотрится. Но вот я сейчас стою, мне прям в ней уже прям, ну, тепло так, вы знаете, потому что здесь все-таки тонкая простежка синтепона есть, она тоненькая. Но вот здесь есть немножко синтепона, поэтому, конечно, она будет защищать от ветра, и в ней будет тепло. В общем, вот такая модель курточки. Смотрите сами, решать вам. Заказывайте, примеряйте. В течение 2 недель у нас возможен возврат. Можно сразу заказать на пункт выдачи, примерить и потом уже определиться. И потом сразу вам на пункте выдачи определитесь с оплатой вашего заказа. То есть вы примеряете, подошло, значит, оплачиваете, забираете. Нет, значит, можно будет сразу вернуть. Поэтому если заказываете вещи, оплачивайте всегда после примерки. Тем более сейчас есть такая шикарная возможность. Можно в основном заказе, можно отдельно вещи. И если вас что-то заинтересовало, чтобы получить 20% скидку на вещи, проходите, регистрируйтесь по ссылке под моими видео. Ну, а теперь говорю вам всем до свидания.